вооруженного полицейского рейда на гостиницу Овертаун пятеро подозреваемых погибли, и один находится под стражей. На этой неделе это уже четвертый связанный с наркотиками случай явного проявления жестокости в Майами. Мы попросили Джулиана Доуза, капитана отдела расследований, прокомментировать ситуацию. Расследование еще не завершено. То есть без комментариев, сэр! Расследование еще не завершено. Вот мой комментарий. Если бы не было комментариев, я бы так и сказал. Без комментариев. Где все, черт побери? Нарковойна, сэр. По телевизору видел. Похоже, снова 80-е пришли. Надену свой белый льняной костюм, закатай рукава. Надеюсь, с розовой футболкой. А пока, Стоддарт, спецзадание тебе. Детективы Мендоза и Дау, зайдите ко мне. Вы знаете друг друга? Типа того. Отлично. Будете напарниками. Присядьте. Мендоза, ты обнаружил сегодня несколько килограммов кокаина. Поздравляю. Вот скажи, почему на пакеты ставят штампы? Метка изготовителя. Означает, что пакет не вскрывали после упаковывания. Верно. А штамп твоего кокаина нам раньше не попадался. Судя по всему, твоя находка дня от Тайсона Лэшфорда, с которым детектив Дао уже пересекалась несколько раз. Я хочу, чтобы вы на пару ввели его в курс дела. Сэр, последний рейд Мендозы, без обид, был полной катастрофой. Вы хорошо сработаетесь. Свободны. Между прочим, я следил за Стоддартом из этого гостиничного номера. Я и не сомневаюсь. Не оправдывайся, детектив. Я и не оправдываюсь. Просто сказал. Так что там с Тайсоном Лэтчфордом? Его кокс для богачей, тех, кто не разбирается в нем. А те, которых ты накрыл, Тайсон уже не в их компании. Но иногда его старым дружкам-жуликам перепадает халява от него. Так, может, найдем какого-нибудь? Ты читаешь мои мысли, детектив. Так что будь начеку вечером. На этой нарковойне нет места шуткам. Можешь не рассказывать. За последние полгода я потерял двоих друзей. Оба патрульные. Да, слышала уже. Очень жаль. Мне тоже. Майами совсем в дерьме погряз. Это ведь как раз то, чем мы занимаемся. Разгребаем дерьмо. Стоддарт про тебя так говорил? Что говорил? Что ты обожаешь. В вашей машине грязное окно. Давайте я помою его. Не брызгай на стекло. О, Господи. Эй! Ладно, ладно. Эй, а может, отдадите, мне хоть $5? Ладно. Знаю. Просто вы таких, как я, капиталистами называете. Не на моем дежурстве. Ладно. Хорошо. Следите за порядком на районе, офицер. Берегите себя. Знаешь, район, где я вырос, не очень далеко отсюда. Да? Из грязи в князи, значит? Дай-ка догадаюсь. С южного побережья? Нет. Из Лос-Анджелеса. Округ Ориндж. А, то есть из князи в грязи. Ага, типа того. Что это? Наверное, конфискация наркотиков. Я не согласен на обыск. У меня достаточное основание, полудурок. Мне не нужно твое согласие. Эй, Гусман, ты кого там взял? Нашего старого дружка Хакса. Нашел у него хот-шот. Весь багажник забит этим дерьмом. Эй, Хакс, где твой друг Тэп? Не знаю. Тэпа ищете? Ага, видел его? Не, но видел его Карифана Брикса вместе с шайкой Тэпа на 12-й улице. Спасибо, Гусман, выручил. Отлично, детектив. Открывай уже! Это мой дом! Но что я сделаю, если она все пишет и пишет мне? Так, ты вырос здесь, но родился не в Майами, получается. Ага, в Гаване. Да? Как выбрался оттуда? С матерью. Она женщина упертая. А что с отцом? Не знаю. Не видел его лет 20. Мы старались убраться от него подальше. Он все еще на Кубе? Возможно, уже умер. Меня бы это вполне устроило. Какой ты добрый. Зато он был непонятно кем. Да, мне выдали запретительное предписание.
потому что у меня нет подтверждения оказания услуг. Так откуда бы у меня взялось это чертово подтверждение, если я даже не знаю, где это слово? Черт. Пошел. Эй, притормози. Окей. У вас проблема, мэм? Долбаная крышка, не подходит. Ладно, хорошего вечера, мэм. Иди нахрен. Хочешь, чтобы я вызвала подкрепление, Мендоза? Ага. КП, наверное, группу спецназа отправит. На полицейской тачке весь район распугаем. Пошли пешком. Это 13-й. Мы выходим из машины. Город отсек, бедный район, поэтому отсюда только один выход. Все это только раздражает людей. Тот, кого мы ищем, обычно околачивается здесь. Я так понимаю, ты знаешь район. Ага, только не был здесь давно уже. Пойду за тобой. Черт! А он у тебя на побегушках, офицер? Томас, не заставляй меня шмонать твои мешки. Ты-то, конечно. Робин, угомони его и засунь это в пакет. Вот только никакого пакета у меня нет. Ну нет у меня пакета. Нет коричневого. Смотри, вон Брикс. Осторожнее, Мендоза. Он непредсказуем. Пойдешь первым. Он меня знает. Я говорю тебе, мы сможем. Как будто 100 раз делали уже. Вы понимаете? Стоять! Тебе какого хрена надо? Полиция Майами. Хотим задать пару вопросов. Эй, детектив, это кто еще? Это мой новый напарник, Брикс. Играем тут в плохого и очень плохого копа. Где твой друг Теп? Пошел ты нахрен, чувак. Ладно, включай очень плохого копа. Ник, бери его. Да ладно, Мендоза. Говори, где Теп, и мы уйдем. Служи и защищай меня, чувак. Да он зависает сегодня. Это все, что я хотела услышать. Погнали, Мендоза. Вам это с рук не сойдет. Я знаю свои права. Эй, мы просто возьмем и оставим его тут? Уверена, что это умное решение? Нет, но я уверена, что он пытался убить одного из нас в прошлом году. К черту его. Давай, Теп в районе Аркола. Он там задерживаться не будет. Вот черт, там люди Теп. Они не должны догадаться, что мы идем за мной. За мной. Давай сюда. Напарник, ты же никому не расскажешь, что мы делали. Что сделали, детектив? Молодец. Пошли. Так, так.
Хай, давай сюда. Спасибо. Кстати, извини, что назвала работу с тобой полной катастрофой. Неловко вышло. Но ты даже не подал виду. Стоддарт, что ты про него думаешь? Мы недолго с ним напарниками были. Стоддарт, лавочник Бугай. А весь мир его посудная лавка. Помни, это территория Тепа. Если кто-нибудь заметит нас, ему скажут, что мы идем. Нам нельзя светиться. Ладно. Строишь? Ага, строишь. Ну и что ты скажешь на Тарстрелле? Ты знаешь, что у меня? Да ни хрена ты не знаешь. Ну, чего ты сразу там? Ладно, смотри, как я тебя сделаю. Хватит ныть, давай играй. Вот поэтому твоя двадцатка теперь у меня. Давай полтос сделаем. Подари его. Черт. Он мешает нам. Брось что-нибудь, чтобы отвлечь его. Что там опять? Дэрил? Как будто что-то с крыши рухнуло. Если кондиционер навернется, то я останусь с сестрой. Если он навернется, я с ним разберусь. Мы уже на подходе. Мы не сможем просто так проскользнуть мимо этих двоих. Можешь игра. Разделить? Таких никто никогда ладно, не станет прессовать. А я говорю, это херня все. Точно, брат, Лю. Заткнись ты хоть на секунду, дай послушай. Слушай, я могу тут весь день просидеть, если придется. Слышишь? Привет, Тэп. Не надо бежать, все равно догоню. Мы ищем Тайсона. Ты ее новый напарник? Она уже опробовала на тебе свое карате. Я занимаюсь крафмагой. Карате – это сказочная чушь. Опасная штучка. Тэп и Тайсон выросли вместе. Белые парни, любители приключений. Тэп остался здесь, а Тайсон уехал навсегда. Вставай. Руки за голову. Эй, Тэп, где Тайсон? Полно народу ищет Тайсона. Новости же, смотрите? Чувак залег на дно. Сейчас в этой игре не так долго живут. Да, мы надеялись, ты просветишь нас. Мне столько не платят, Фидель! Ник, забирай его. Я думал, ты не пойдешь на это. Клянусь, вы копы еще пожалеете! Ага, а то как же. Тэп. Я в шоке, чувак. А у меня есть подписка на это. Я знаю, на тебя выдавали ордера. Я знаю, ты хранишь свой кок за углом под мусорным баком. Я знаю тот мелкий, который только что свалил отсюда. Наверное, побежал доставать его. И этот паренек реально еще маленький для этой херни. Поэтому тебя надо упаковать. И мы упакуем тебя. Что тебе надо от меня?